Всем привет! 5000 человек посетили московскую акцию «День без турникетов». Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн» и прямо сейчас расскажу все подробности. В Москве прошла акция «День без турникетов», которую посетили около 5000 человек. Темой мероприятия стал цифровой разум. Об этом сообщает сайт мэра Москвы. Акция проходила с 26 по 28 сентября на 37 столичных площадках, детских технопарках, цифровых центрах и частных мануфактурах. Участникам помогли разрабатывать собственные проекты, рассказали о цифровых технологиях и основах программирования, а также поближе познакомились с системой умного дома. Гости побывали на кондитерской фабрике и увидели, как делаются сладости. Специалисты объяснили, как работает оборудование. Впервые «День без турникетов» в столице прошел в 2012 году. В ней приняли участие 8 предприятий и около 600 человек. На этом пока все. Еще больше новостей из жизни столицы читайте на сайте mymsk.online. До скорого!